Пишет вам боец специального отряда быстрого реагирования «Коловрат» в управлении Росгвардии Рязанского области. Мы с боевыми товарищами с огромной радостью и теплом в сердце читаем ваши письма. Здесь, в зоне проведения специальной военной операции, нам очень помогает ваша поддержка и придает нам силы. Письмо это адресовано ребятам из 49-й школы. Эти строки написаны рязанскими бойцами СОБРа в ответ на все письма, что ребята отправили туда, на передовую. А это несколько сотен писем от подшефных Росгвардии классов школы номер 38 города Рязани и школы 106 города Сасово, а также воспитанниками школ 40, 47, 49, учениками школы-интерната номер 18 и Тырновской средней школы. Слова поддержки, которые присылают нам дети, вселяют в нас ту надежду, с которой мы идем выполнять свою боевую задачу. Перечитывая их письма, мы вспоминаем, что нас любят, ждут и помнят. И победа будет за нами. Вернувшиеся из зоны специальной военной операции росгвардейцы, сотрудники СОБР и ОМОН вручили ребятам открытки с символикой Росгвардии и ответные письма. Это очень помогает, поддерживает, придает огромное количество сил. И мы хотим сказать вам огромное спасибо еще раз. Каждое детское письмо начинается с традиционных слов «Дорогой солдат». В каждом пожелание успехов, слова благодарности и гордости за бойцов своего отечества. Есть и совсем по-детски наивные строки, например, о любимой еде. Но главное же в этих строках остается неизменным – пожелание скорейшего возвращения на свою родину.